Одна из забот – восстановление храма на территории Аковицкого святого источника. Средства на строительство этой каменной церкви собирали всем миром. По чертежам церкви, которая была до революции, построен уже современно на старом фундаменте вот храм, часовня. Вот. Служба пока не ведется, но проводились молебны. Вот освящение было на крещение с воды. По данным испытательной лаборатории минеральных вод Российской академии сельскохозяйственных наук, здешний источник по целебным свойствам один из редких в мире. Знаменит он уже не одно столетие. Считается, что живительную силу он обрел после явления чудотворных икон Пресвятой Богородицы и святителя Николая в Аковицкой лесной глубинке. Чтобы искупаться в Аковицком ключе, нужно было спуститься с Косогора и перейти реку вброд. Вода в этом ключе считается святой. Люди, искупавшиеся в ней однажды, навсегда избавлялись от своих болезней. Сегодня территория Аковицкого источника по-настоящему благоустроена. Здесь регулярно расчищают дороги, появилась автостоянка. Возведен 180-метровый мост через прежде непроходимые топи. Совсем недавно над речкой Пырышней построены ажурные мостки. А для желающих искупаться в святом источнике рядом с колодцем установлены специальные деревянные купальни. Летом, конечно, очень много народа, особенно приезжих москвичей. Вот летом можно прийти и в одиночестве принять ванну. Очень приятно, очень оздоравливает. Так что я это и делаю. Температура воды круглый год в пределах 4 градусов. Примечательно, что после купания не чувствуется ни озноба, ни холода. Чуть позже по телу разливается особое тепло. И, конечно, теперь очень. Я буду всю жизнь здоровой. Да, очень хорошо. Теперь оздоровился на целый год. Тем, кто не отваживается купаться, для исцеления можно просто пить воду из святого источника. Здесь оборудован специальный желоб, по которому течет сильная струя. Как считают сележаровцы, свои чудесные свойства вода со временем не утрачивает, поэтому многие набирают ее впрок. Оксана Мороз, Николай Тиньков, Вести Тверь из Сележарова.